Большой сюрприз к юбилею годовщины Великой Победы. В столице накануне у здания Астана Опера прошло уникальное 3D-шоу, организованное Фондом поддержки молодежной политики. Здание театра превратилось в огромный экран, на котором пылали огни пожарищ времен Великой Отечественной. Шли бои за каждую улицу, за каждый город, за большую страну. Зрители еще раз увидели лица казахстанцев, ставших героями Советского Союза. Кадры войны ожили всего на 15 минут, но оставили неизгладимое впечатление, которое усилили звуковые и зрительные спецэффекты. 3D-шоу повторится сегодня после 10 часов вечера там же, у здания Астана Опера. Мы увидели потрясающее шоу, в котором показали, наверное, историческую справедливость о том, что на здании Рейхстага было воздвигнуто знамя, и казахстанцев в том числе, получается. Зрелище было очень красивое, прям захватывало. Первый раз вот вижу и узнала об этом и решила прийти. Всех поздравляю с Днем Победы мира нашей стране!